Ислами Фар Михрат приехал в Россию из Ирана, чтобы получить высшее образование. Группа из 15 соотечественников Михрата уже приступила к учебе в Елабужском институте Казанского университета. Повторяю. Врач. Кто или что? Врач. Кто? Одушевленное, неодушевленное? Сегодня перед ними стоит непростая задача. За год не только освоить русский язык, но и подготовиться к учебе в университете по выбранному профилю. Конечно, тяжелый язык. Но мне понравится, потому что у русского языка есть как очень красивые стихи, ну, очень культурный язык. Иранские студенты уже знают, какую профессию хотят получить в России. Кто-то планирует обучение на медицинском профиле, другие хотят продолжить заниматься в Елабужском институте Казанского университета. Раньше я изучала русский язык в университете в Иране, но я приехала здесь, потому что мой разговор будет лучше. После этого я буду преподавать русский язык в Иране. Как признаются иранцы, такие курсы вызывают большой интерес. Так, в начале учебного года в Елабужском институте было рассмотрено более 70 заявлений от желающих. Сейчас там проходят первые тестовые занятия. Анна Глазунова, Ильшат Ахмадиев, Айдар Салихов, Универньюз.